КМС Rebel 33 TR. КМС Rebel 33 TR или отступление повстанцев. Карта Шедумана, клан ХМС, сервер Hardmaps, операция Тайфун. Карта играется по ДВ-2. Ну так, я смотрю, для карты задействована, то есть для миссии задействована карта остров, то есть действие на одном острове будет происходить. Неизвестно, сложный, нет. Но если нет регенерации, так не особо сложный. Кстати, для тот же самый остров, вот для миссии Тарава задействован, известная карта. Но это ее делал Evil Bob. Такая же карта, кстати, и вот в учебных картах есть. Короче говоря, вблизи небольшого северного острова, на северном полуострове, начало. Точка А на поляне в горах. Точка Б на лесной поляне внутри долины. Точка А горы, Б долина. С юго-западный мыс. Тут, очевидно, какие-то нефтяные баки надо будет уничтожить. Возможно, какое-то строение. Потом по берегу надо к точке Д пройти. Поляна в горах очередная. Спуститься на лесную поляну, точка Е. И тут вот какие-то тоже точки отмечены. Да. Потом надо подняться в горы. Точка Ф. Какое-то укрепление стоит. Еще точка. Точка Ж высоко в горах. Спуститься к точке H. И на лодках. Ну и что, все там? Нет больше ничего? Ну, вроде как. А нет, слушай, не совсем все. Точка эвакуации очень далеко находится восточнее острова. Северо-восточнее острова. Очень далеко находится. Так что надо будет еще до нее достичь. Так, ну, вблизи ничего особо интересного я не вижу. Получается, сколько точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять точек. Очень много. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х, И. Вот такие тут точки. Пока вот не знаем, что это такое. Ну, там какая-то башня в море, наверное, будет находиться. Да. Наверное, так. Читаем, кстати, описание. ХМС Rebels Retreat или отступление повстанцев. Карта подарена ТОФом 25 декабря 2021 года. Повстанцы снова очищают территорию. Возьмите точку Альфа. Затем уничтожьте всех на Браво. Отправляйтесь на берег и уничтожьте нефтяные резервуары. Первая зона будет разблокирована после завершения. Следующие цели – вышка радиостанции и радарная антенна. Уничтожьте их, чтобы разблокировать вторую зону. Затем отправляйтесь в туннели. Уничтожьте ящики с оружием, чтобы открыть последнюю зону. Держитесь ближе к последней комнате, пока не будет уничтожено последнее оружие. Когда все будет готово, уничтожьте последнюю вышку связи. Вышку связи. Затем возьмите лодку и отправляйтесь домой. Цели. Один, устранить все сопротивление в цели Браво. Второе, уничтожить нефтехранилище. Третье, уничтожить радиооборудование. И четвертое, уничтожить низкую башню связи. Пятое, уничтожить радиолокационную антенну. Шестое. Найдите и уничтожьте все ящики с оружием в туннеле. Седьмое. Уничтожьте высокую башню связи. Восьмое. Достигнуть финальной путевой точки. Примечание. Следуйте целевым путевым точкам, указанным на карте.
Карта ХМС Rebels Retreat Terror или отступление повстанцев. Ну, я припоминаю эту карту. Я не знаю, сложная, может быть даже сложная. Ну сейчас попробуем. Если будет непроходна сейчас на данный момент. На потом оставим. Тут как слушай, в дымке все. Так, ну вот мы видим северный полуостров. Вот тут начало. Прибой шумит. У сарая на сваях. Вот второй, вернее, ну, малый остров. Малый остров. Северный остров. Начало на северном полуострове. Все в дымке. Никого там нет. Такая история. Так, короче говоря, этот небольшой фрагментик придется вырезать. Ну, традиционно. О, тут все. Стоп, подожди. Там снайпер. Даже секунду. Это снайпер. У, сука! А где он? Я его не высек. Короче, давай посмотрим. Тут все подписано. О, видишь как? Ну, башня, понятно, Final Weapon. А, только не подписано. Б, Target Браво, цель Браво. С, Oil Storage, нефтяной склад, нефтяной руководитель. Д, Radio Building, здание радиостанции. Это нижняя радиостанция. Е, Ком, Товер, Оне. Командная башня, 1. Ф, Радар, Товер. Радарная башня. Ж, Виапон, Сторожа, оружейный склад. Эйч, Ком, Товер, Тво. Вторая командная башня. Ну и это понятно, там лодки стоят. И Final Weapon еще. Финальная путевая точка. Ну, короче говоря, там, зараза, подожди, где-то как перед дождем тут. О, падла! А что за херня-то? Что-то валят. Не понял. Сука. Ликвидируйте все формирования в цели Браво. Где эта пизда-то ебется? Я не вижу ее. Сука, вот я ее не вижу. Так, а где она? Не на макушках. Вон там, что ли, где-то? Ну, блять! Пизда опять. Или там запретная зона какая-то. Херовое пламя. Ну, там, наверное, пока запретная зона. Раз... Ух ты, блять! Где-то снайпер. Блять! БТР поехал. Чё-то как-то там не особо. Ну-ка, вода какая. Зараза, я опять не до конца включил. Вот сейчас опять будет включать. Ну нет, теперь все нормально. Нет, все, теперь все хорошо. Выглянуло солнышко. Где там? Вон, вон, это манда. Его весь солнце осветило, я заметил. Ты какая сука. Классно ты, падла, устроилась. Выродок такой. Там пулемет ебошит. Ну-ка. БТР, БТР. Подбить бы его надо. Ну где ты? БТР-то надо подбить. Ух ты, блядь! Он бежит, бежит.
О, блядь. Козлы. Так, вон там кто-то стоит. Еще вдвоем. Такуют птенчики, как говорится. Такс. Вот его башка. Готов. О, сука, блядь, джип. Джип. Он, слушай, приехал. Давай. Окей. Ну, короче говоря, тебе не понадобится, пока огнемет. А джавелин-то пригодится. В общем, вышло солнце. Ясно, солнышко. Вышло. Сейчас посмотрим, смогу ли я куда-либо дойти. Вот территория этого северного острова. Видно. Малого острова. Ничего, как видим, на нем нет. Интересно. Поднимаемся на гребень. Ух ты, блядь! Там где-то пулемет. Подожди. Там заброшка. Ну-ка, давай-ка. Все, нормально. Козел где ты? Иди нахер. Козел. Так, вот заброшечка. Вот там точка в заброшечке. Где ты? О, стоп. Сука, подожди. Хорошо. У, блядь, там пулемет. Ну, давай. Ты, блядь, да сука. Скотина. Пока я занимался пулеметом, он берет и снимает. Вообще надо... Слушай, я вот не... Подожди, или вначале закрепимся там? Вот пока я не понимаю, что лучше сделать. ПТР-то надо подбить в любом случае. Так, это какое у нас западное побережье острова? Ну, практически вся карта на... Отваливай. Тут как, слушай, какой-то... Ух ты, блядь, пулемет. Как какие-то оползни прошли. Так. Ну вот такая заброшечка. Слушай, там козел. Козел. Оп! Оп! Сука, не попадает. Ну-ка, давай туда гранату к нему. О, сейчас взорвется. Классно. Так, давай позырим. Точка-то внутри. Сейчас будем продвигаться. Парализатор, конечно. Вот она. Сразу уходом. Так. О! Парализатор еще. Пошел. Так, все нормально, взяли. Так, нормально, все. В общем, заброшечка под моим контролем. Ты падла. Ну-ка, давай-ка. Сейчас кто-то побежит. Так, нормас. Вот туда нас, слушай, к этим. Ну, двухэтажную заброшку сейчас взяли. К этим, к сараям двигаться. Гнилые сараи, как-нибудь можно назвать. Сука, смотри-ка. Ну где ты? Ну? Ну смелее, козел. Вот этот что ли? Готов. Там где-то снайпер орудует. Такс. Блять, ебучий БТР катается, надо его уничтожить.
Так, а где? Подожди, подожди. Так вот. Ты в козёл! Отваливай. Отваливай, отваливай. Так, короче, мы взяли двухэтажную заброшку. Да. О, гора как красиво смотрится. Да. А гор вообще тут много. Ну чё, где здесь сразу? Блять, ты пизда! Наповал. Какая-то мразь бежит. Ну-ка, давай-ка посмотрим, где там мгась. Ну-ка, где ты? Вот отваливай. Ты, блядь! Еще один. У, сука, снайпер. Снайпер саданул. Надо к точке Б как-то потихоньку двигаться. Да, тут на полянах объекты стоят. Где ты, сука? Да, блядь. Пошла, голубка. Все, с одного попадания. Вон там этот козел сидит на джипе. А где тут хрен-то побежал? Все падают. Текс. Там с этой долбают башни. Ну-ка. Чисто. Так, стоит джип с одним шоферюгой. Он, слушай, я там вижу блокпост уже. Этот блокпост Д наверняка. Ну чё ты сел-то? Ну чё ты? Чё ты сел-то? Чё? Чё тебе? Не сидится дом, что ли? Сидит и зырит. Ну давай. Ну чё ты? Ну давай. Уваливай. Наверное, джип брать нельзя, взорвется. Такс. Там, блядь, БТР дымит уже, пылит. Надо все уничтожать. Так, а где... Ух ты, блядь! Смотри, смотри, аккуратней. Готово. А где БТР-то? Там козел по... Что, слушай, БТР, БТР! Пошла. Слушай, снайпер тут сидит. Так. Вот снайпер. Так, ну вот эти гнилые сараи. Также стоят на поляне, как мы видим. Ну, сука, опять БТР. Он хрен. Ну, хрена долой. Ну-ка, где БТР? Пошла, пошла. Все, пошла, нормально, нормально. Сейчас уничтожу. Видишь, как джавелин помогает. Все, готов. Из РПГ бы пришлось бы стебаться, непонятно, как его подбить. Неясно. Ну, а так все, по кайфу. Ну-ка, ну-ка. Что-то долбается. У, блядь. Сняли таки. Выдвигаемся по новой. 200 метров. Да. Как она называется? Просто цель Браво называется. Цель Браво. Это карта такая. У, блядь, наповал. Сука. Самое хуевое, когда ничего не сделаешь. Давай, давай. Завались снова от него. Да, такая карта. Так сказать. Сука, опять где-то снайпер. Херонится. Значит, круто, дорога спускается. Такс. Тут
как какие-то камни... А куда это, блядь-то, ебёт? Нихера не по... Опять не ясно. Не с... А, стоп, во! Оттуда шли. Все, готов. Ну там башня, слушай, вот тут опаснейший гранатомет стоит. Все нормально. Это хорошо. Вон, слушай, снайпер, снайпер. Снимай обязательно. Все, готов. Там точка должно быть Е находится. Сколько, кстати, до нее? Подожди, подожди. 500 метров. 541 метр. Ты пидорас, иди в жопу. Умник. Видишь, она так на таком высоком пандусе стоит, это крепко. Это как бы... Ну, замок такой. Угу. Блять! И опять эти пидоры. Много чего-то их тут. Он, слушай, там козел стоит, но это уже нефтяной порт. Такс. Нефтяной склад, точнее. Мне-то надо в Б вначале смотаться. Выбить всех в Б. Сука, опять снайпер. Там какой-то хер пойдет с этой стороны от бука. Готов. Вон снайпер, снайпер. Блять, опять авиабука. Да давай аккуратней. Сейчас кто-то полезет. Все. Хер пойми, а где авиабука? И опять снайпер где-то. Так, во. Так, ну нормально. В общем, вот эти гнилые склады. Гнилые сараи, точнее. Где-то снайпер работает. Вот это плохо. А где он? Хер пойму. Пока не ясно. Блять. Где-то, где-то. Ну вот, хорошо. Вот непонятно, где снайпер-то может орудовать. Пока это не ясно. Такс. Опять падла. Так, вот, короче, эти сараи. Тут внизу-то не на горной поляне, а в долине. Козлы постоянно пока что у них патрули, что ли? Опять кто-то херачится. Ты, блядь. Не понял. Подожди. Так, ну что, надо лезть? Где-то внутри там. Ты, блядь. Давай, давай. Все, кидай теперь парализатор. У, блядь, сука. В спину. Так что, нахрен, по новой надо. По новой, по новой. Толпой-то эта карта очень быстро вообще проходит. Вот в одиночку. Слушай, а ты зачем тащишь эту-то фиговину? Тут надо теперь уже брать огнемет. Пока, наверное, он не нужен, джавелинчик. Все, пошли по новой. Итлад! Сука, где-то снайпер. Меня раздражает немного. Блять. Уже, сука, опять кто-то там бежит. Вон снайпер, снайпер. Готов, готов.
Эх, плохо, что там бегают патрули. Кинь-ка в окошко гранату. Да, сука, тебя я тоже пустила. Блять! Сука! И снизу кто-то выскочил. Да. Тут как условно можно поделить бой на западной части острова, центральной и... Сука, блядь. Не пройти. Восточный. Ну, посмотрим, если время будет не хватать, так на потом оставить минут. Бегают патрули. Не так много их. Человек, по нескольку человек. Четыре человека. Блядь. Уступ, блядь! Пошел. Так, где ты? Ну? Падлы не дают вовнутрь забежать никак. Ну давай. Парализатор. Где точка-то? Еще до этой сраной точки так я добежу. И на, тут не вообще никаких отметок нет на карте. Да, не просто все это. Не... Давай парализатор туда, тут убьют. Так, херачат, суки. Он, она в центре, слушай, эта точка. Короче, точка в центре. Так, ну-ка. Давай спускаться. Во внутреннем дворике. Ну, блядь, тут нихера нет. Так, а как же туда пройти-то? Ну-ка, прыгни туда. Все, все. И сразу же, видишь, толпа побежала. Не, ну я все уже захватил. Так, сейчас захватится, секунду. Ну? Надо подождать немного. Все нормально. Так, все, мы закрепились в центре. Ну все, точка Б под контролем. Теперь надо все эти сараи очистить. Да, тут еще предстоит бой. Так. Ты надо очищать лесопилки. Ну, не лесопилки, сарай. Кто-то еще уцелел. Очевидно. Странно, а кто здесь еще мог уцелеть? Вроде все вычищено. А, все, 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 все.
Так, первая задача выполнена. Ликвидируй все формирования в цели Браво. Уничтожь технические средства. Уничтожь технические средства. Ну, технические средства — это нефтяные хранилища. Оль, сторожи. Значит, туда надо идти. 356 метров. Тут еще сложно выпрыгивать. А где, кстати, из нее как вылазить? Вот здесь можем. Долго времени не терять. Так, ну поднимаемся. Чё ж, по дороге. К нефтяным хранилищам. Ух ты, блядь! Все-таки есть небольшая регенерация, вероятно. Понятно, что БТР это подбиты. Блять, вертолет подняли. Пидорасы, вертолет подняли. А где он? Ух ты, блядь! Херань по нему! Сука, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Все, готов, готов. ВВ 105. Он там завяз в ветках, и я его сразу же уничтожу. Так. Ну что, они тут вылазят из этих... Блять, опять второй вертолет. Так, а где он? Еще один хрен. Пизда, ну где ты? Падла, смотри, не уничтожил. Занулся, что ли? Все, готов. Плохо, что по этим гребням бегают негодяи. Больше количество. Сука, обстреливают. Фу, пизда. Эх, пизда, блядь. Надо думать, как в порт спуститься. Может, обойти по берегу лучше, а то что-то опасно по дороге. Да подожди. Что делать будем? Так, более-менее ничего. Ну, карта такая уже, к сожалению, непростая. Вон светит ясно солнце. Море шумит. Безбрежное море. Да, блядь, залеги! Там он негодяев тонны. Блокпосте. Остров просто заполнен негодяями. Ну, бывало, конечно, и хуже. Но и тут не было. Гарнизон довольно-таки приличный. Он еще... Правильно, что обходишь правее, они там ждали тебя именно с той... О, блядь, БТР!
сука, выехал БТР. Да какое БТР? Два БТРа выехало. Два БТРа. Ну вот такой вид. Нефтяное хранилище на пандусе. Да блять ты пизда, сука. Я его ждал, а он уже с кода херачит. Давай на пляж. Там безопаснее. Да не по той дороге. Слушай, куда БТРы поехали, хер знает. Подбить нечем. О, знай, снайпер. Блять. Ну опять стали кататься по дороге, короче. Так, нормально. Нормально. Приближаемся. Все, дошли до блокпоста. Блять, эти ебучие суки возвращаются. Точка-то рядом. А куда они? А куда они? По кругу что так мотаются? А куда они вообще направляются? Какой-то там хер носится. Так, ладно, давай кидай парализатор, ты бери командную точку. Да сюда кинь тоже. То давай возьми точку. Ты сука! Там видишь пулеметчик. Нормально, нормально. Ох ты падла! Все, готово. Ну теперь еще в порт надо идти. Ну, короче говоря, взяли. Взята точка С. Пока только точка С взята. На восточной части, то есть на западной части острова дела практически завершены. И теперь еще надо в центральную будет ломануться. Непонятно, где БТРы кататься будут. Так, в общем, короче, взяли. Блять, это пизда. Где, кстати? Вот тут есть. Давай сейчас подбивать будем. Джавелинчики, конечно, надо взять. Блять. А чтоб уехали. Так, пошла. Вблизи нельзя стрелять. Готов. Пошла. Он вообще забыл. Все, пиздец ему. Пиздец ему. Так что молодец, с БТРами быстро покончили оперативно. Это дело радует. Ну, теперь задача. О, как тут солнце слепит. Нифига, наверное. А, ну можно, правда, зайти за блокпост и попробовать. Нифига там, наверное, не увидишь. И смотри, козел идет. Отваливай. Тебе рекомендация большая отвалить. Так, ну все. Здесь тут даже тени, как в реальной жизни, играют роль. Короче говоря, бери огнемет, да. Мотайся в порт, скорее. В этот нефтяной. По скату можно подняться. Будки тут у них лежат. Боеприпасы. Пошел наверх. Так, осмотрим. А где он? Блять, наповал. Какой-то мудак с гранатометом идет.
где он? Он где-то там. Там он еще хрен вдалеке стоит. Готов. Так, ну-ка, ну-ка. Блять, там эти гранатометчики. Вон еще один. Да даже два. Блять. Наповал. Да. Гляди, что в блокпосте творится. Лыж стоит. Готов. Так, нормально. Ещё охраняют. Черти полосатые. Не знаю, среди баков хоть какой-то хрен уцелел. Ведь непонятно. Ну, надо баки все ликвидировать. Понятное дело. Вот просторы острова такие. Вдали, вон бежит. Блять, уйдут же сейчас. Так, ладно, там долго возиться с ними. Пошел, давай посмотри, чтобы ничего, никого в порту не было. О, видишь, стоит. Такс. В хранилище дам. Нефтяное хранилище. Вон, видишь. Вон еще одна мразь. Да, и еще одна. Ну тут, так сказать, с безопасного места их мы ликвидировали. Ну и вроде никого больше нет. Давай начинаю ликвидацию. Тут вроде есть и второй арсенал. Поэтому сейчас быстро это все провернем. МВ-2 много взрывчатки, так. Постараемся по-быстрому все это сделать. Давай отходим. Взрываем. Все, или что-то осталось? Так. Блять, одна не доделана. Ты зараза. Иди в жопу. Короче, один не взорвался бак. Смотри, смотри, кто-то опять идет. Тут, кстати, удобно их отстреливать. Высокая высота, и лечь можно. Но с другой стороны нету ограждений, так они тоже могут тебя завалить. Так, короче, сделано все. Кидаем. Вот, точнее, два даже бака не взлетело. Ну давай сейчас уничтожаем. Все заминировали. Готово. Технические средства уничтожены. Уничтожь радиоэлементы. Это нижняя радиостанция. Радиобилдинг. Д. Ну, берем боеприпасы и пошли к точке Д. Все, короче, с западной частью острова покончено. В центральную переходим. Какая-то мразь где-то.
Вон. Зеленый, видишь, камуфляж пятнистый мешает. Их нормально видеть. 300 метров. 60, 300, 600, 400 метров. Далеко, далече бежать сюда. Ты, блядь. Вообще мой тебе совет, туда по пляжу лучше надо идти. Дело хуёво, как ты туда будешь прорваться, непонятно. Много чего-то их там. А можно, кстати, и от точки Б туда прорваться. В принципе, не обязательно оттуда. Если они меня ждут с этого направления, можно их рискнуть, обмануть. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну если тут идет массированная атака, может действительно попробовать обдурить. Конечно, есть регенерация. Еще какая регенерация? Командная карта. Главное идти-то далеко. Ну, если что, давай от Б будем пробовать. Там ближе расстояние. Поднимайся, главное, на дорогу. Они тут, слушай, постоянно по этой дороге идут. О, блядь. Это идут тоннами. Я рядом с сараем. Единственное, что на этой дороге... Блядь, что пизда. Бегут со всех направлений, падлы. Я не знаю, что делать. Смотри в упор, падла. А если вдоль моря пытаться идти? Херово, суки, тут меня чебушат. Где-то рядом эта манда находится, как говорится, ну, там и блокпост. Чё хер до неё добежишь, вот он.
Стоп, давай пулемет. Нормально. Быстро пошел туда. И кинь парализатор. Ну пошел. Бьют ведь. Все, забежал. Нормал. Пошел наверх. Все. Ой, хорошо. Такая пробежка ожесточенная. Не очень классно все тут было. Там оборудование. Какая-то мразь где-то. Кто-то там где-то капушится. Непонятно, кто-то стреляет откуда. Я даже не вижу его. Очень опасное было место, но, в общем-то, удалось довольно-таки быстро его захватить. Ну, а теперь надобно будет в следующую долину спуститься. Вот это оборудование сейчас колотить будем. Давай сходи быстро за скрин эту херню. Конопатую, как говорится. Вот так выглядит блокпост Е. Или Д. Ну, такая, в общем, скалистая тут местность. Дорога укатанная. Давай ломать оборудование пойдем. 4 шкафа всего лишь разбить. Как она его называет? Нижняя радиостанция? Так, низкая башня связи называется. Угу. Там какая-то пизда уже появилась. Что, блядь? Лес очень красивый. Райский остров. Уничтожь командную башню. Комтадер. В таком виде ты вряд ли туда дойдешь. 233 метра от точки эхо. Как солнце ж. Надо подувеличить, иначе ни хера не видно. Такс, ну что, надо как-то спуститься туда. Вон, я уже вижу башню. Ну-ка, давай-ка позырим. Какие-то мудаки там-то. Такс. Вон, слушай, пулемет. О, все, нормально. Чтобы тебя он там дергал. Так. Слушай, еще пулемет. Все, пиздец. Слушай, по верхней дороге это гиблое дело. Надо идти по нижней дороге. Ну, спускаемся тогда. Вот такая. Блять. Давай по пулемету. Нормально. Ты, сука, одна мразь ушла. Где он? Окей, ушки. Еще пулемет. Все очень хорошо. Так, вот вид на простор. Вон там снайпер, кстати, стоит. Ну, сейчас снимем. Вид на простор острова. Угу. Как это замок? Замок. Горный замок. Да. Так, какая-то пизда бежит. Так, а тебе надо спускаться. Стоп, подожди, давай снайпера. Нормально.
подожди, там кто-то стоит. Хорошо. Очередная укромная долина. Командная башня один. Ну это там наверху, наверное. Постоянно вечно надо пригибаться. А может и нет все-таки регенерации никакой. А может и есть небольшие. Давай пошел. Кинь на всякий пожарный. Блять, сейчас тебя убьют. Отойди, отойди. Хорошо. В общем, тут сходу практически взяли. Даже и не погиб практически ни разу, нормально. Тут надо вон красную цель сейчас будет уничтожить. Эх, ты сука моя, сука. Такс, короче, взяли. А потом еще и наверх полезем. Так. Там откуда-то долбает. Давай пройдем сюда. Непонятно, откуда они стреляют. Понятно, что сверху. Кто-то мечется наверху. Так, а что тут находится? Давай посмотрим. Блять. Стреляет. Вот они оттуда с башни добавляются. Пока я их не вижу нифига. Давай сходим и красную цель ликвидируем. Тут башня стоит. То есть, ну не башня, какая башня? Антенна. Антенна. Теперь подрываем ее нахрен. Бегаем. На холме стояла антенна. Задача выполнена. Уничтожить технические средства. Пятая задача. Что у нас там по пятой задаче стоит? Уничтожить радиолокационную антенну. Низкая башня связи уничтожена. Ну что, надо подниматься 160 метров. Тут не так далеко, надо только в гору залезть. Значит, нам туда дорога. Значит, нам туда дорога. Косые тут. Деревья везде растут. Серая гора. Угу. Сука, кто-то выстрелил. Блять, наповал. Сука, надо брать. Подожди, я не вижу нихера.
Еще где-то снайпер херу нет. А вон я нашел, снайпера нашел. Короче, надо туда забираться. А уж после этого что-то добивание последнее будет. Сбегаем вниз до порта, захватываем. Да уж и на выход. Вот сейчас запере... Ты пизда! Козел. Поднимаемся. Нормально. Да взять точку. Бери точку, не надо пока скрины делать. Нормально, все взято. Ну туда надо наверх забраться будет. О! Так, давай посмотрим. Что-то нету пулеметчиков специально. Хорошо. В тот порт надо будет идти. Тут и стингеристы есть. Надо их поуничтожать какое-то время. Порт вот это с башней, да. Луна Нептун напоминает. Так, ну теперь они сами как цели. Вот там вход в подземелье будет. Так, вон бегут. Так, точка H, 301 метр. Пулеметчиков пока там нету. Так, вон хрен. Готов. Вход, к сожалению, к катерам будет или лодкам доступен только после прочистки порта. И вот надо будет еще на башню забраться. То есть, короче, тут возни еще будет много. Вот уже даже луна начала, видишь, всходить. Угу. Тоже довольно-таки все красиво тут выглядит. О, луна как очень красивая. Такс. Какая-то мразь где-то. Так, отсюда стреляют. Со стороны солнца заходили. Ну нормально. Нормально. Так, в общем, вычистили. Башня. Че, давай ее взорвем сразу. Сразу же и взорвем. Падла. А где ты? Враги тут уничтожаются сверху очень хорошо. Поэтому все очень классно. Такс. Стоп, там уже... Так, снизу вон появились черти. Давай их ликвидируем. Нормально. Хорошо. Вот наверху пока никого нет. Это жалко. Взрывчатку. Так, технические средства ликвидированы. Уничтожь боеприпасы.
Шестая задача. Там, собственно, две задачи. Ну-ка туда гранату. Хотя можно было подсунуть. Ну ладно, давай так. Сука. Завалила. Так, короче, давай лезем туда вовнутрь сейчас. Так, пошел наверх. Ну вот можно просторы острова так разглядеть. Тут башня в гору упирается. Ну короче, горный замок лучше. А теперь спускаемся вниз к точке G. Давай увеличим. С центральной частью острова мы покончили. Смотри, блять, там какая-то пизда двигается. И начинается очистка восточной части. Последняя, третья зона. Давай аккуратней, тут может что-то быть. А, никого нет. Луна очень красиво отражается в океане. Все, берем точку. Командную точку берем. Блять, не запрыгнуть. Сука, а как запрыгнуть-то? Вот здесь. Все, все взято. Все. Луна, смотри, замечательный вид. Огромная, красивая. Угу. Так, ну все. Закрепились около этого сарайчика. Идем в туннели. Так, хорошо. Морюшка шумит. Так, вот такая история. Чё он там про туннели-то написал? Сейчас посмотрим. Затем отправляйтесь в туннели и уничтожьте ящики с оружием, чтобы открыть последнюю зону. Держитесь ближе к последней комнате, пока не будет уничтожено последнее оружие. В общем, короче, колотим туда ящики, идем. Тут строго вблизи точек находятся все эти цели. Поэтому это все просто. Пошли в туннель. Я думаю, он небольшой будет. Сейчас посмотрим. Так, парализатор вовнутрь. Слушай, какая-то мразь. А где ты? Все, готово. Так, тут прямо уже в какая-то комната. Так, а тут, собственно говоря, что их? Просто колотить надо, да? Это и все. На карте ничего не отмечено. Первая комната есть. Вторая комнатка. Снова парализатор. Готово. Вторая вычищена. Третья. Пошли. Что-то никого пока нету. Блять, пизда. Там уже выход из этого туннеля где-то рядом. И, кстати, можно, в принципе, туннелем-то и не пользоваться. Идти поверху. В общем, три комнаты. И пошел длинный дальше коридор. Сверху что ли стреляет? Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Зачем?
Так, сколько он тут? 160 метров. Вот такой коридор, идущий в южном направлении. Куда-то ты в сторону точки Е направляешься. А где выход? Непонятно. Кто-то долбается активно. Давай смотреть. Тут дохуя, блядь. Еще один поворот. И теперь, слушай, туннель вначале на юг вел, теперь на восток к точке H повернул. Наверное, выход будет сейчас. Только давай аккуратнее. Задача пока не выполнена. Слушай, парализатор грохнут. Так, нормально. Чисто. Точно к точке H идем. Длинный туннель. Сейчас еще небудь комната будет. Парализатор туда. Ебу только так. Пошел. Да что ты что делаешь-то? Там видишь пулемет был. Пошел. Это последняя комната. Все, готово. 4 комнаты, в общем, надо было вычистить. Уничтожь командную башню. Это получается уже 7-я задача. Он пишет, что это? Высокую башню связи. Это в порту. Да, в порту. Так, берем боеприпасы. В принципе, туннелем можно и не пользоваться. Если... На острове сейчас это будет последняя точка, там уже и... Ну и тоже как на острове, но уже там море, по сути. Такс. У бляди! Нормально. Ну, сука! А же откуда ебет-то? Нормально, нормально. Понабежали, ублюдки. Так, ну вот я вышел. Вблизи совсем башни недалеко. Угу. Рядом находится, вблизи порта. Башенный порт. Так можно и назвать. Так, о. Считай. Вон луна восходит очень красиво. Считай, все, я уже беру точку эту сейчас. Так, давай аккуратно тут... Все, готово, готово. Сейчас наверняка бы сняли. Так, рискуешь, конечно, делая скрины. Так, ну все, взято. А теперь пошли внутрь. H взято. Вычищать пошли порт. От негодяев. Как говорится, счет пошел на минуты. До конца уже недалеко. Чисто. Нормально. Там он негодяй. С гранатометом. Чисто. Идем, в общем, по проходам. Но еще надо будет уплыть, но там уже легко. Вот сейчас главное здесь закрепиться, еще плыть-то доплывем. Такс. Пулеметов надо смотреть не было. Видишь, пулеметы. Ты, блядь. Наверху, наверху. Любят на колоннах сидеть.
Чистенько. Нормально. Так, какую-то большую комнату. На карте это ничего не отмечено. Проходим. Много мертвяков валяется. Так. Проходим дальше. Слушай, вот тут херовое будет место. Почему херовое? Там может в упор тебя расстреливать кто-нибудь. Кинь туда гранату. Парализатор. Пошел. Блять, ты сука. Вот что с ним делать? Там видишь, пулемет в упор стреляет. А что будем с ним делать-то? Блять, тут куда? Надо налево, направо. Что-то преграда нехорошая там. Вот сейчас будем думать, что с ним делать. А как-то его вышибить. Вот это херовое место. Нехорошее. Вот здесь. Лестница к фанерным щитам. Все, готово. Сейчас просто очень аккуратным быть. Ну, толпа-то когда идет, он просто не успевает всех снять. Так, теперь надо лезть наверх, похоже. Вот тут тоже надо везде быть аккуратным. Ну все, теперь наверх башни. Там еще будет один балкон. Ну сейчас посмотрим. Короче, лезем наверх. Так, все, уже пришли. А, ну тут, короче говоря, ничего интересного нет. Сеткой все огорожено. Тут особо, видишь, на окрестности ты не полюбуешься, потому что ветер завывает. Потому что там ничего интересного нет. Так, короче, все. Подминируем эту вышку. Подрываем. Сразу можно прыгать вниз. Ага. Все, седьмая задача выполнена. Уничтожь командную башню. Восьмая задача. Достичь финальной путевой точки. А это уже практически мы карту завершили. Давай, уваливаем отсюда поскорее. Все, давай, уходим из порта. Еще-то нам надо будет к лодкам пройти. Ну, карта уже сыграна. Да, вот непонятно, была регенерация это или все-таки это патрули. Может, патрули просто в больших количествах. Может, и не было. Так, ну побежали туда, там открылся сейчас проход, наверное. Вот здесь, или с левой части. Вот сюда. О, бляха-муха, там катера. И вот еще бой придется. Ну давай сразу брать. Джавелины, чё нафиг. Там еще бой будет с катерами сейчас. Морской бой. Ну, как говорится, не будем им давать преимуществ никаких. В реальной игре надо действовать с катеров. А тут просто будем их... Ты, блядь. Где он? Ай, падла. И еще и вертушки. Ну, давай. Одна готова. БОшки летают. Сейчас бы быстро. Давай, давай. Готово. Видишь, как легко.
Катера надо расстреливать. 4 катера, что ли, прошло. Вон, смотри, хрен стоит. Нормально. Последний привет этому острову, как говорится. Чтоб они тут особо-то не страдали без меня. Такс. Вертолеты, видишь, сбиваются на ура при помощи L1A1. Так, пошли дальше. Такс. Нет, не сюда, надо в конец идти. Надо искать точку И сейчас. Сейчас попробуем найти. Надо искать, чтобы туда пройти к лодкам. Вот здесь, что ли? Аккуратней, ты там нам можешь стоять. Чтобы пулеметов не было. Это место было изначально закрыто. Так, все нормально. Вот, стоп. Все, взяли точку. Ага, все. Короче говоря, все точки. Это последняя вообще была точка. Остров под моим полным контролем. Все, взято. И теперь надо брать патрульный катер и плыть к точке эвакуации. 1431 метр, точка Индия называется. Финал вейпоинт. Финальная путевая точка. Ну что, пошли. Берем катер. А эти-то козлы, интересно, плавают? Вот плавают, суки. Упадут. Надо уничтожать их. Как херачат. Падлы. Что делают-то, ублюдки? Там у них ракетчик есть. Надо уничтожить. Надо сейчас долбать и долбать. Короче. Они тонут хоть от этого? Им наверное хоп хер. Слушай, давай брать скорее катер. Идем их преследовать в таком случае. И им что-то не почем. Ну вот такой вид на остров. Ну прикольно. Пашенный порт, этот порт. Вот такой вид. Кстати, для скрина очень хороший вид. Башня-то видна горная. Да и этот порт хорошо виден. Они, слушай, ты их вызвал в столкновение. Один задымил катер, и остальные тоже уже дымят. Ну, давай. Во! Они, слушай, как автомобили друг друга таранят. Давай. Вот, снял этих опаснейших стрелков.
Расстрелять их. Один готов. Все, горят. Все. В общем, все нормально. Покончили с этими сраными катерами. Вон тут солнце зашло за тучи. Такая погода более пасмурная установилась. Видишь, как тут красиво еще погода меняется. Так, стоп. Дымка вон по луне. Примера курс на луну надо держать. Ну вот такие просторы острова. Остров, который мы покинули. Классно, да. Повоевали неплохо. Ну что, плывем теперь к точке эвакуации. Вот я уже на карте башню различаю. А, вот эта башня. Ну, подожди, плыть туда рано, там стоит катер. Ну, стоп, отойдем. Короче говоря, там стоит катер неподвижный. Наверняка на башне. Не, на башне никого нет. Слушай, на катере есть. Ага, катер обезврежен. Сейчас подплываем к башне. Достигаем финальной путевой точки. Пошли. Лунная башня, так и назовем ее. Очень красивый вид на фоне луны. Катер рядом, патрульный стоит. Луна всходит. Немножко тучами ее подернуло. Ну что, плывем? Причаливаем. Ух ты, блядь! Еще... Подожди. Там в воде кто-то плавает. Суки, с обратной стороны башни плавали. Ух ты, блядь. Чисто. Так, ну чё, я высадился, а чё дальше? Или надо еще наверх забраться? Слушай, такое впечатление, что надо наверх забираться. Да, достичь-то ты ее достиг. Но почему-то не считается это как за победу. Плохо дело. А, да, тут лестница. Видишь, лестница. Ну, поплыли. Ну-ка, стоп. Все, забрался. Видишь, зараза заставляет вовнутрь лезть. А там надо будет смотреть. Там могут быть гады. Так, ну ладно, давай полезли аккуратно. Вон, видишь, стоит. Просто аккуратно лезь. Нормально.
О, блядь! Пизда, придется плыть. Сука, заставил по новой плыть. Плывем. Теперь только плыть остается. Сейчас доплывем. На этот раз аккуратней будет. Так, подплываем. Ну только учти, если два катера просрать, то будет не доплыть вообще ни на чем. Вплавишь, долбаешься полтора километра. Поэтому ни в коем случае нельзя погибать. Так, стоп, как-то ты ошвартовался, херово. Ну давай на этот. Так, о, блин, тут же надо под воду. Чё, какой там швартовки? Так. Так, подожди, где тут? Так. Сука, много этих мудаков поставил. Давай туда пролезет. Фейк, сколько? Сейчас-то я прибил троих. Пять чуваков поставил. Так, ну дошли, давай парализатор. Так, никого. Никого. Все, достигнута финальная точка. Ну вот, все. А там что плавает? Какая-то, слушай, платформа там. Ну да, ну нет, не нужен. Все, дизайн карты Shadowman. Все, конец. На вершине вечелунной башни закончили операцию. Ну, такая карта непростая. Тоже довольно-таки. Хотя регенерации вроде такой массовой нету. Джон набирает 2323 очка. 371 фраг. 29 раз погиб. Ну, в принципе, легкая. Вот поэтому. 5 удачных выстрелов. Карта называлась HMS Rebels Retreat Terror. Или отступление повстанцев.